Здравствуйте, подписчики моего канала. Сегодня видеообзор печи камина Бахтинг от компании Прометал. Получается, что Прометал теперь в линейке чугунных печей из хромистого чугуна ЧХ1 три модели. Печь Бахтинка маленькая, средняя Бахта и более мощная печь камин Маэстро. Так, эту печку распаковал. Она приехала на поддоне с обрешеткой. Сверху еще целлофан, пленка. Печь, как я сказал, из хромистого чугуна ЧХ1. Боковые стенки, если не ошибаюсь, толщиной 8 мм. А дно колосниковое 13 мм. Печь мощностью 9 кВт. Печь дровяная, только на дровах. Сверху у нас сварочная плита с одной конфоркой. Выход дымохода только сверху, уже цельнолитой, с корпусом. Внутренний диаметр 115, наружка 130. Можно вести и по внутрянке, и по наружке. Давайте полюбуемся со всех сторон, что из себя представляет эта печка. С Бахтой-то мы уже знакомы. Кто не знаком, можете посмотреть обзоры и монтажи на канале. Интересная дверка, да? Так, а что сзади? Бакована печь, конечно, хорошо. Здесь ничего не скажешь. Так, давайте заглянем внутрь. Начнем с дверки. На дверке регулировка подачи воздуха. Верхний дефлектор, нижний дефлектор. Интересная ручка. Даже по мне так интереснее, чем у Бахты. Дверка закрывается герметично. Здесь углубление. А на дверке шнур. Когда мы закрываем дверку, то у нас получается очень герметичное примыкание. И уже регулировка интенсивности горения происходит при помощи дефлекторов. Так, внутри. Внутри так же, как у Бахты, отбойник. Внизу плита. И по центру плиты чугунный колосник. А спереди стоит защита, чтобы не повредить стекло. Потому что часто обращаются люди, а стекло можно приобрести отдельно. Закладывают более длинные дрова, закрывают дверь, стекло трескается. В данной модели, в Бахтинке, здесь длина дров до 360 мм. А снизу идет зольный ящик. Попроще, да, вот так сделано. Но мне нравится герметичность. Герметичность и вот такая регулировка плюс ручка. Так, что здесь еще у нас? Кроме того, что я показал, в комплекте есть перчатки и паспорт с брошюрой. На паспорт, наверное, внимания не обращайте, потому что здесь все прописано на примере Бахты, что нам не интересно. Нам главное дата изготовления и отметка продавца при продаже. Вот и все. А вот в брошюрке уже рассказывается про Бахтинку. Брошюрка небольшая. Здесь в разрезе габаритные размеры, комплектность. Ну, это я все вам показал. Глубина печи 500 мм, ширина 375, высота 585. Объем топки, если кому-то надо, 30 литров. Мощность 9 кВт. А что такое 9 кВт? Вот ранее в Бахте в паспорте было указано, на какой объем рассчитана печь. Сейчас же на какой объем рассчитаны печи не указывают. Просто мощность 9 кВт. По опыту скажу, что если дом хорошо утеплен, то это объем, с которым справится печка, примерно где-то 150 кубических метров. Интересно, что хорошо, что появилась эта модель, потому что часто обращаются за Бахтой, а домик маленький, и печку, если ее поставить в Бахту, то она превратит дом в баню. Здесь уже на небольшой объем. Так, глубина дрова до 350 все-таки. Толщина стенки
боковых 8, дно 13, это сказал, диаметр сказал. Ну, вес печи 7,6 килограмм с упаковкой 96. В нашем магазине акция. При приобретении печи скидка на дымоход компании «Ферум» 115 диаметра, либо 130 диаметра толщиной 0,8. Сэндвичи, нержавейка внутри, нержавейка снаружи. Скидка на дымоходную систему 25%. Акция действует до конца июня этого года. Обращайтесь. А далее подписчикам канала, как всегда, скидка на дымоход минус 15. Стоимость печи, честно не посмотрел, пропишу в описании. В описании к видео внизу будут контакты магазина, телефон, звоните или пишите. Сайт не работает, потому что его заблокировал, цены меняются. И вводить людей в заблуждение нет желания. Цены на печь, на дымоход официальные, как на сайте заводов-изготовителей. С вами был Поляков Владимир. Всего доброго, до свидания.